наши козы. Это молодняк. Это молодняк, которым год. А вот это уже большая коза. Большая удойная коза. Удой 6,5 литра. И молодняк. Молочные козы у нас высокопродуктивные. Молодняка много, потому что коза приносит у нас по четверо козлят, по трое, по четверо. Так что это все на мясо. Козочки небольшие роста, животные. Поэтому 15-14 килограмм мяса с одного животного к зиме – это максимум. И какой тут бизнес, который нам сегодня звонил представитель сельхозуправления. Какой он бизнес увидел в мелком животном. Наверное, спутал с коровами, что от них такой колоссальный мясной доход. Они вот маленькие совсем.